Вакцинацию от коронавируса приближают к месту жительства людей. Так, в нашем округе еще одно медицинское учреждение стало оказывать эту услугу. Прививки стали делать в Загорянской поликлинике. Сюда приходят местные жители, и особенно это удобно для людей старшего поколения. Не нужно никуда ехать, достаточно записаться на прием и в назначенное время пройти вакцинацию. В эту среду наша съемочная группа зафиксировала, как Загорянскую поликлинику посетили 5 ветеранов. Они сами выразили желание пройти вакцинацию, и сотрудники местной администрации совместно с медперсоналом поликлиники организовали для них такую возможность. Общий трудовой стаж у супругов Тихоновых приближается к 100 годам. В поликлинике ветеранам помогли оформить документы, пройти медицинское обследование, а затем им были сделаны прививки от коронавируса. Мы с мужем пришли, сделали прививку, нормально все. Привили нас. Все хорошо, нормально. Отнеслись по-человечески, везде все. В Загорянской поликлинике вакцинация проводится не так давно. Вакцину мы получили недавно, поэтому, соответственно, большое количество хочет привиться именно на месте. Так, ранее на вакцинацию записывались в Щелковские поликлиники. И также по субботам проводится вакцинация в торговом центре «Глобус». В этот день вакцинацию в Загорянской поликлинике проходили и сотрудники местной администрации. Здесь уже более 100 человек выполнили медицинскую процедуру, которая позволит им защитить свое здоровье от COVID-19. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.